Получается так, что Путин, он практически марионетка, то есть есть генеральная линия Вашингтонского обкома, и ее как бы вот трогать не моги. Ты можешь лишь поддерживать какую-то вот видимость жизни вот в этом разлагающемся теле, называемом Россией, а что каких-то кардинальных решений ты принимать не можешь, если я правильно вас понял. Ну, не совсем так. На самом деле, дело в том, что до того, вот как бы в 90-е годы, 2000-е, было бессмысленно строить самостоятельную структуру, потому что экономически это было нерентабельно. Вот просто реально нерентабельно.